так часто порой, отправляемся мы в путешествие за тысячи, десятки тысяч километров в поисках новых впечатлений, новых встреч, новых друзей. И зачастую забываем, сколько еще удивительных, неизведанных мест существует совсем рядом с нами. Ленинградская область родная. Так строчка из своих стихов назвала новый цикл творческих вечеров петербургский поэт Валентина Сергеева. «Дорога в удачу» — это не только название концерта. Это путь, по которому отправляется творческая группа. Путь, на котором лежит великое множество небольших селений Ленинградской области, каждая из которых имеет свою историю и свой характер. Первая встреча в старинном русском городе с названием Тихвин. Вся жизнь моя была прелюдией, и только чтобы мне не пропустить волшебную струну. Пусть осень за окном не грустно, мне не горько, ведь ветер озорной унес меня в весну. Влюблялась много раз, хмельно и безрассудно, то угасала страсть, то царствовала вновь. Мне было все легко, подвластно и доступно, но не могла понять, что это не разломы серых туч в желтеющие дни, когда надежды тают. Любовь пришла ко мне, любовь пришла ко мне, как свет, как гром, как луч. Мне трудно и легко, и радостно, и грустно. Учусь иначе жить, ведь опыта и нет. Туннель передо мной извилистый и узкий, уверена в одном: в конце тоннеля свет. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, актриса театра и кино, певица и композитор Алена Бекулова. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы знаете, не случайно мы начинаем его именно с этой прекрасной, удивительной песни о любви. Ведь любовь — это то самое чувство, которое ведет нас по жизни, которая вдохновляет нас, окрыляет нас, которая дает нам силы, которая дарит гармонию нашим сердцам и жизням наших близких. И, конечно, я думаю, что это то самое чувство, которое сегодня объединило всех нас, артистов, которые приехали сюда выступать на этой прекрасной сцене, и, конечно же, вас, наших зрителей. И сейчас мне хочется сказать о том человеке, благодаря которому состоялась эта встреча. Это действительно удивительный человек, житель нашего удивительного, любимого города Санкт-Петербурга, который своей любовью и настоящим талантом объединяет всех нас. Валентина Георгиевна Сергеева родилась в Ленинграде, окончила Инженерно-экономический институт имени Пальмира Тольятти и Университет технического творчества.
доктор экономических наук, академик, вице-президент Академии российской словесности и изящных искусств. Удостоена высоких званий и наград России, ближнего и дальнего зарубежья. Первое стихотворение написала в первом классе. Первый сборник стихов вышел в свет в 98 году. С 2003 года на стихи Валентины Сергеевой пишут песни и романсы многие известные композиторы. С тех пор уже создано более 200 песен. Издано 7 нотных сборников, записано полтора десятка дисков. Произведения на стихи Валентины Сергеевой звучат в исполнении лучших артистов на всех крупнейших площадках Санкт-Петербурга и других городов России. География концертов постоянно расширяется. Петрозаводск, подмосковный Королёв и, конечно же, Москва. В Государственном Кремлевском дворце, Форум Холли, культурном центре Владимира Высоцкого зрители рукоплескали поэту. Поклонниками творчества Валентины Сергеевой являются космонавты и военнослужащие, дипломаты и художники, студенты и пенсионеры. Она четырежды лауреат фестивалей «Осень и весна романса» в Санкт-Петербурге. По ее инициативе и при участии был учрежден ежегодный фестиваль детского песенного творчества «Мы Петербурга дети». Более 400 юных жителей города на Неве и Ленинградской области приняли участие в заключительном гала-концерте фестиваля, художественным руководителем которого была поэт Валентина Сергеева. С ее участием выходит ежемесячная авторская программа на телевидении. В 2009 году в Париже в консерватории Рахманинова была заложена традиция встреч поэта с соотечественниками, живущими за рубежом. В рамках международного проекта «Понять друг друга» каждый год 21 марта, в день празднования Всемирного дня поэзии, творческие вечера Валентины Сергеевой проходят в различных городах Европы и мира. Париж, Лондон, Вена, Рим. В ближайших планах новые выступления в России и за ее пределами. Новые стихи и новые песни. Встречайте, поэт Валентина Сергеева. Что такое твоя Россия? Меня спросили. Березы, мама, и полдень синий, и стон осины, и Каневецкий заветный остров, звон колокольный монастыря, что легко и просто над миром вольным поднялся к небу, но не вознесся, возвысил грешных. И я брожу там, почти не гостья, по травам вешним. Моя Россия, простые люди, судьбою сжаты, в беде помогут уже не судьи, а адвокаты. Моя Россия, страна великих, чуть-чуть наивных, простых и умных. Святые лики с икон старинных на поколение очередное глядят с надеждой. Ведь повезло же нам со страною, трагично нежной, с душой безбрежной. Добрый вечер, дорогие гости нашего сегодняшнего вечера. Все мои стихи о России, о людях России, о людях, которые рядом со мной. Родом я из Ленинграда, коренные жители. Я, конечно, очень рада, что моих родителей, тети, дяди, папы, мамы в Петербурге выросли. Здесь переживали драмы, гром салютов, выстрелы, революцию, блокаду и восстановление. Послужили Ленинграду. Дай нам Бог терпения пережить падения, взлеты, разочарования. Там Невы, мятежные воды, площади и здания, фонари, мосты и скверы, и проспектов грация вдохновляют. Дарит веру стойкость ленинградская. Не забыть мне ветерана, с чувством призрачной вины говорил, как ноют раны
рук, которых нет с Чечни. Негромко, но искренне пели они, солдаты, вкусившие горечь Чечни. В московском метро, где кого только нет, под звон потянувшихся к шапке монет, как будто в такт песни качался вагон, и в лязге металла мне слышался стон. Россия, Россия, да что же с тобой? Вернешь ли ты силы и к детям любовь? Судьбой умудренные деды советуют помнить всегда в ликующем слове «победа» есть горестный корень «беда». Поэт Валентина Сергеева. Сколько песен написано на стихи поэта Валентины Сергеевой. Ой, вы вообще подсчитывали, сколько примерное количество? Чуть более чем 200. Аплодисменты. И вы знаете... За 10 лет работы с профессиональными композиторами. На самом деле это удивительно, сколько талантливых людей, талантливых композиторов, талантливых исполнителей, петербургских исполнителей в круг своих друзей собирает Валентина Сергеева. Но и не только петербургских, конечно, со всей России. Артисты из Москвы тоже поют песни на стихи Валентины Сергеевой. Но сегодня все же к вам приехали именно гости-артисты из Петербурга. Я думаю, что на этой святой земле это особенно актуально. Кстати, ведь сегодня большой праздник, явление Казанской иконы Божией Матери. И сегодня на этой святой земле, где было явление Тихвинской иконы Божией Матери, для нас действительно особенная радость и особенное счастье выступать сегодня здесь, в вашем городе. И... Ну, цветы просто вот идут и идут, нескончаемые поклонники вашего творчества. И мне сейчас хочется объявить следующего исполнителя. Вы знаете, на самом деле, это действительно уникальный певец, и я его искренне очень люблю от всего сердца, потому что, вы знаете, это такое редкое сочетание всех мужских достоинств с действительно настоящим талантом от Бога. И этот человек, он поет в том жанре, который вот сегодня, казалось бы, не поддерживает телевидение. Но понимая, что именно эти песни нужны русскому человеку, нужны русской душе, он остается верен своим идеалам. Обладатель гран-при конкурсов «Весна романса» 2005 года и «Романсиада» 2007 года, обладатель первой премии Международного фестиваля современной духовной православной песни «Невские купола», встречайте, Сергей Зыков! Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие тихвинцы, дорогие петербуржцы. Я уже... приезжаю в третий раз в Тихвин, и вы знаете, я раньше доезжал вот до того Дома культуры и думал, что Тихвин — это такой вот одноэтажный, двухэтажный домики, такой русский старый городок. Оказывается, есть еще у вас тут и побольше дома. В этот раз я приехал с музыкой, написанной на стихи Сергеевой Валентины Георгиевны. Вот, и вы знаете, я хочу сказать, что на стихи Валентины Георгиевны пишут многие композиторы, это и широко известные композиторы, и в узких кругах известные композиторы, но есть и мировые величины, которые, так скажем, доверяют свое творчество именно стихам Валентины Георгиевны. И это Исаак Шварц. Песня называется «На сцене». Thank you.
сцене, я на сцене живу. То бездарен, то гений, ненавижу молву. Мною прима любима, я в плену у нее, но мечты мои мимо, а вокруг воронье. Мною прима любима, я в плену у нее, но мечты мои мимо, а вокруг воронье. Но мечты мои мимо, а вокруг воронье. Жизнь артиста наветы и завистников хор, и дурные советы, и провалов позор. Умирая героем под рыдание и свист, забываю порой то, что я лишь артист. Умирая героем под рыдание и свист, забываю порой то, что я лишь артист. Забываю порою то, что я лишь артист. Мой обычный маршрут — это гребенки, добраться, где надежды нас ждут. С вами мне не расстаться, я узнал наконец, что сумел достучаться до всех ваших сердец. С вами мне не расстаться, я узнал наконец, что сумел достучаться до всех ваших сердец. Что сумел достучаться до всех ваших сердец. Нет, не гость. Я на сцене, живу. Не бездарен, но не гений, ненавижу молву. Приму я, обожаю, неразлучен я с ней. Только зрители знают, что люблю их сильней. Приму я, обожаю, неразлучен я с ней. Только зрители знают, что люблю их сильней. Только зрители знают, что люблю их сильней. Я не представил вам своего концертмейстера. Олег Ванштейн. Ну, флейту, скрипку не он играет, но партнера рояля он старается. Вы знаете, сейчас я хочу исполнить вам песню, которая называется «Ветераны». Росистых весен бросила травы озим, окрик кровавой раны белым бинтом затянут, сотканным из забвения нового поколения, выросшего без пушек в неге, что губит души. Расскажите юным правду, ветераны. Вы поверьте, это юным очень надо. Так расскажите юным правду, ветераны. Вы поверьте, это юным очень надо. Пусть содрогнутся души болью давно минувшей, чтоб на планете каждый понял, постиг однажды. Мир беззащитен, если не сохраним все вместе все, что спасли когда-то наши отцы-солдаты. Расскажите юным правду, ветераны. Вы поверьте, это юным очень надо. Так расскажите юным правду, ветераны.
поверьте, это юным очень надо. Годы промчались быстро, словно над степью выстрел. Мы забываем войны, мы за Афган спокойны. Жертвы чеченской каши, души забудут наши. Доблесть и честь забудем, если молчать мы будем. Расскажите юным правду, ветераны, вы поверьте, это юным очень надо. Так расскажите юным правду, ветераны, вы поверьте, это юным очень надо. Так расскажите ж юным правду, ветераны, поверьте, это юным очень надо. Так расскажите юным правду, ветераны. Вы поверьте, это юным очень надо. Вы поверьте, ветераны. Знаете, песни на стихи Валентины Георгиевны исполняют не только молодые певцы. Вот, вы, Валентина Георгиевна, вы расскажите, вот Штоколов, у вас много произведений пел? Не очень много, но это оставило неизгладимый след в душе моей, в памяти моей, когда он пел песни. Ну, не знаю, рассказать. Он был первым исполнителем песни «Кольцо», например. Прошел год. Мы решили снять клип на эту песню. Созваниваемся. Он говорит: да, хорошо, клип нужно снять обязательно до 6 января. А это был конец декабря. До 6 января. Но обязательно надо переписать песню, потому что сейчас я пою лучше. И на самом деле это человек, который до последнего дня трудился над разработкой своего голоса, над разработкой Богом данного таланта. И действительно великий труженик. Но, к сожалению, нам не удалось тогда снять клип, потому что как раз 6 января Бориса Тимофеевича не стало. Но сегодня вот сколько лет мы дружим с его вдовой, которая всегда присутствует на всех наших мероприятиях. Нина Сергеевна сегодня с нами. Я знаю, что Нина Сергеевна тоже исполняла эту песню. А сегодня, правда? Сережа, спой эту песню и в память, и просто от себя. Хорошо. Да, я хотел бы особое, конечно, слово сказать по нашему великому певцу, да, Борису Тимофеевичу, потому что, ну, действительно, я был на нескольких его концертах, но, к сожалению, больше все-таки мне, конечно, довелось слышать его именно в записях, и действительно, это уникальный совершенно голос. В свои годы он пел как молодой, он пел просто с задором, с чистым тоном. Это было прекрасно музыкально. Это потрясающий был певец. И, конечно, очень жаль, что... Ну, мы же его помним. И, конечно же, в памяти он нашей будет долго и долго жить. «Кольцо». «Кольцо».
летнем вихре след. Отыщи, попробуй в снежном вихре след. Может быть, вот так же счастье промелькнет, ты и не заметишь, все спешишь вперед, но потом вдруг встанешь, обернешься ты и поймешь, что в спешке не узнал. Что счастье не вернется вновь, только слишком поздно не найти потерь. Милое родное, все в снегу лицо, словно Сергеева Валентина Георгиевна, композитор Марина Михальская. Песня называется «Черная ночь». И это премьера. Да ладно. В исполнении два. Да. Эту песню Сергей поет впервые. Это черная ночь, звездный ковш над рекой, от тоски бы мне прочь окунуться в покой, но покой не найти. Эта ночь так черна и не светит в пути золотая луна. Наша черная ночь надо мною крыло не дает превозмочь мне тоску о былом. Все, что было вчера, мне уже не вернуть, и опять до утра не могу я уснуть. И опять до утра не могу я уснуть. Серебрить облака, улетит воронье,
исчезнет тоска. Только все ж почему мне сейчас не до сна, и не светит сквозь тьму золотая луна. Только все ж почему мне сейчас не до сна, и не светит сквозь тьму золотая луна. И в конце своего блока песня «Исаак Шварц». Расскажите, пожалуйста, об этой песне. Эта песня была написана в очень тяжелый период моей жизни, когда мама, человек очень энергичный, очень живой, очень жизнерадостный, жизнеутверждающий, когда она вдруг заболела, попала в больницу, ей было очень тяжело. Я написала песню, написала стихи. Исаак Шварц очень проникся этой темой, потому что незадолго до этого он потерял очень близкого человека, свою сестру. Но это были дни, когда надежда еще жила в моем сердце. Мне хотелось думать, что все закончится хорошо, но, к сожалению, заканчивали мы эту песню уже тогда, когда мамы не стало. Как холодно! Как холодно, как мрачно, как тревожно. И шансы на спасение ничтожны. Нигде не проблеска дни потери. Но надо верить в свет, и я поверю. А мама гаснет, гаснет, как лампада. Я ей твержу, прошу, прошу тебя, не надо. Нет больше сил твоих, возьми моих немного. Остановись у страшного порога. Остановись у страшного порога. Прошу, поверь, что ночь и тень не вечна, а жизни нить напротив бесконечна. Прошу, поверь, что ночь и тень вечна, а жизни нить напротив бесконечна. Как холодно, как мрачно, как тревожно. И шансы на спасение ничтожны.
уничтожены. Лауреат всероссийских и международных конкурсов Сергей Зыков. Лауреат всероссийских и международных конкурсов Олег Вайнштейн. Поэт Валентина Сергеева. Жизнью нас учила мама. Коли идти вперед, то прямо. Честной быть, пускай и гибкой. Всех гостей встречать улыбкой. Женщину оставаться в 80, как и в 20. Все другим. Себе чуть-чуть. Вот и все. Но в этом суть. Не смеяться, не плакать не хочется. Серый дождь сквозь оконный проем. Нет страшнее тебя, одиночество. Но особенно, если вдвоем. В разных городах и государствах от любви есть разные лекарства. Обойди весь мир, весь белый свет, где каких не встретишь. Верных нет. Мы с тобой то шутим звонко, то вдруг смолкнем не впопад. Снизу тихая речонка, говорливый водопад, за спиной синеют ели. Зной, предвестник летних гроз. У бревна, где мы присели, жмется к нам безродный пес. Я треплю его за уши, наблюдаешь ты за мной. Я, сказать по чести, трушу, но не пес тому виной. Ты думаешь, что я не понимаю земной язык твоих призывных взглядов? Да, к ним глуха моя душа немая. Ей ничего подобного не надо. Ты думаешь, что я не загоралась от доброго дыхания улыбки? До дна испив хмельную боль и жалость, я не желаю совершать ошибки. Ты думаешь, меня не тянет в омут, хоть не пойму, зачем ты и откуда, но босиком спешить навстречу грому не буду никогда уже. Не буду? Шаг два. Налево ты, а я направо. И оба на нейтральной полосе. Наверное, все считают, мы неправы. И осуждают нас, быть может, все. А мы идем от близости хмелея и ни о чем, ни капли не жалея. Дожди, дожди, дожди. Но жди, и все ж дождись. Испарина дорог уткнется в твой порог, и в дверь твою ворвется, сверкнув улыбкой, солнце. Кто бы помог разобраться мне в том, что происходит со мною? В самом обычном и внешне простом видится что-то иное. В сад зазывают, красою маня,
кленов боярские шубы. И поражает впервые меня высокомерие дуба. Слезы дождя на морщинах коры след оставляют, сбегая. В россыпях листьев пылают костры, жаркое лето сжигая. Ветры рычат, как голодные львы. Машет калитка без крыла. Может, страницу новой главы осень свою я открыла. То ли зима, то ли весна, то ли трава, то ли сосна, то ли фонарь, то ли луна, то ли луну топит волна. Лай-ла, ла-ла-ла-ла, лай-лай, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла. Борьбой увлечена, то ли судьбой огорчена, то ли тобой возмущена, то ли тобой восхищена. Лай-ла, ла-ла-ла-ла, лай-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. То ли груба, то ли скромна, то ли верна, то ли ушла, то ли вдова, то ли жена, то ли одна, только одна. Алена Бекулова, композитор Евгений Дуга. Вы знаете, на самом деле, вот это удивительно, сколько поэтов может действительно... Вот я не знаю таких поэтов, которые могли бы похвастаться таким количеством великих композиторов, написавших музыку к их стихам. Ваши аплодисменты. Валентина Сергеева. Ну, вы знаете, на самом деле я ведь тоже являюсь, собственно говоря, и автором, исполнителем, и композитором. И вот Валентина Георгиевна очень ждет и просит, когда же я напишу что-нибудь на ее стихи. Ну, я надеюсь, что настанет день и час, и это чудо случится. Просто на самом деле это, конечно, нужно так подойти к этому моменту очень ответственно, потому что пополнить ряд таких великих композиторов — это действительно большая честь. И вы знаете, сейчас мне хочется представить артиста, который как раз вот относится к тому, к старому поколению вот тех композиторов, тех артистов, тех исполнителей, на кого мы равняемся, потому что это люди другой эпохи, других нравов, других ценностей, духовных ценностей. А сейчас на эту сцену выйдет уникальный человек. Он выступал во многих странах Европы и Южной Америки. В его репертуаре есть и старинные русские романсы, русские народные песни, духовные сочинения русских композиторов. Песни и советских, и российских композиторов, и, конечно же, песни на стихи поэта Валентины Сергеевой. Ваши аплодисменты. А сейчас встречайте, народный артист России Геннадий Бойко.
Добрый вечер, уважаемые тихвинцы. Спасибо вам, что вы пришли на встречу с таким замечательным, уникальным поэтом Валентиной Сергеевной. Посмотрите, какая красивая женщина, русская настоящая женщина. Поаплодируем ей! Вы знаете, однажды после концерта Валентина Георгиевна мне сказала, знаешь, подошла ко мне одна молодая женщина, какие-то у нее проблемы, да, помните, да, какие-то душевные проблемы, какие-то несчастья в жизни. И после песни, которая сейчас прозвучит, она послушала песню и говорит, вы знаете, говорит, Валентина Георгиевна, я поняла, да, что дальше мне делать. Эта песня сейчас прозвучит. Порой бывает негодяй смеется над тобой. Зло в принцип жизни возведя, доволен он судьбой. Жизнь все расставит по местам, жизнь все расставит по местам. Ты в это верь всегда. Однажды утром злые ветры смолкнут, однажды утром злые ветры смолкнут. Жизнь все расставит по местам. Порой бывает близкий друг вонзает в сердце нож. Планета станет черной вдруг, во всем увидишь ложь. Жизнь все расставит по местам, жизнь все расставит по местам. Ты в это верь всегда. Однажды утром злые ветры смолкнут, однажды утром злые ветры смолкнут. Жизнь все расставит по местам. Пусть неудача по бедам, пускай гнетет беда. Жизнь все расставит по местам, ты в это верь всегда. Жизнь все расставит по местам, жизнь все расставит по местам. Ты в это верь всегда. Жизнь все расставит по местам, жизнь все расставит по местам. Ты в это верь всегда. Всегда. Сергеева Валентина Георгиевна вот такие стихи пишет. Прекрасные. Геннадий Бойко. Народный артист. Советский Союз. Ну вот следующая песня, которая сейчас прозвучит. Вы знаете, бытность мою работы в ленинградском мюзик-холле, я надеюсь, что многие были в нем, но я работал где-то в самом-самом-самом начале мюзик-холла. Был замечательный режиссер Илья Рахлин, который собрал лучшие силы, прекрасные сценарии. Короче, все было замечательно. Вот. И мы дважды, по-моему, дважды, если не больше, составом мюзик-холла, гастролируя в Москве, в концертном зале России, мы посещали звездный городок. Да, и встречались практически со всеми космонавтами, и видели, и чувствовали, как они переживают, как они стремятся войти в свою профессию, побывать
космосе, да. И я так себе представляю, что Валентина Георгиевна какой-то интуитивно, своей богатой интуицией, которой она обладает в полной мере, она почувствовала, вот, и она также встречалась с этими людьми не раз. Последняя встреча, по-моему, с Гречко была у вас, да? Так в жизни случилось. Повезло, что я знаю многих космонавтов первой, так сказать, эгиды. И сегодня летающих, таких относительно молодых, как Крикалев, Трещев, да. Ребята, которые сегодня идут в космос. Да, а многие там огромный же отряд, правда, космонавтов? Да. И многие не попадают, и они, конечно, глубоко переживают это все. И вот Валентина Георгиевна написала вот о таких вот чувствах песню, которая называется «Дублер». Правда, она не только о космонавтах, ведь в любой профессии бывают дублеры, которым не удается взлететь. Вот так вот, читайте между строчек. Рядом со мной каждый день он взлетал, весь мир его ждал, волновался и верил. Я тоже приблизиться к звездам мечтал, но в космос пока не открылись мне двери. Дублер! Дублер! Мы начали вместе. Мы вместе пришли, влюбленные в космос. Стремились мы к звездам. Он первым приказ получил от Земли. Я жду, я дублер, но взлететь мне не поздно. Дублер. Мы вместе готовимся снова взлетать. Нас манит к себе бесконечное небо. И снова приказ, и дублер я опять. И снова он там, где ни разу я не был. Дублер, а я опять о пути этом звездном мечтал, во сне открывал в неизвестные двери. И пусть я ни разу пока не взлетал, взлечу непременно, надеюсь и верю. Взлечу. А в этом право что-то есть такое, когда калитку отворю рукою,
то после города вдруг в птичьем царстве уйдут все мысли о чужом коварстве. У меня есть, есть, есть соток целых шесть, шесть, шесть. У меня есть, есть, есть соток целых шесть, соток целых шесть. И в этом чувстве что-то есть от взлета. Я прополоть сумел свои шесть соток. Хоть завтра встанут сорняки упрямо, но не жалею я себя ни грамма. У меня есть, есть, есть соток целых шесть, шесть, шесть. У меня есть, есть, есть соток целых шесть, соток целых шесть. Хоть городской я всей душой и телом, но занимаюсь деревенским делом. И вы дороже мне мои шесть соток, чем мерседес соседу шестисотый. У меня есть, есть, есть соток целых шесть, шесть, шесть. У меня есть, есть, есть соток целых шесть, соток целых шесть. У меня есть, есть, есть соток целых шесть, шесть, шесть. У меня есть, есть, есть соток целых шесть, соток целых шесть. Народный артист России Геннадий Бойко, поэт Валентина Сергеева. На подтанцовках. Геннадий, по-моему, вас хотят еще услышать, увидеть и подарить вам свои горячие аплодисменты. Геннадий Бойко! Вы знаете, очень многие песни, которые сегодня звучат в программе, написаны Валентиной Сергеевой на музыку заслуженного деятеля искусств России, композитора Виктора Плешака. А, Валентина Георгиевна, а сколько у вас вообще совместных произведений? Ровно 50. Ого! Ваши аплодисменты! Ну, а есть какая-нибудь такая вот особенная песня, которую вот хотелось бы сегодня, в сегодняшнем концерте услышать? Ну, сейчас, после вот шести соток, конечно, логично было бы, чтобы вышел Виктор Кривонос и спел «Ах, девчонки». Но Виктор Кривонос сегодня, к сожалению, в нашем питерском театре мускомедии играет свою роль. Подождите, подождите. Но «Ах, девчонки» не обязательно ведь петь. Их можно и станцевать, и у вас, я смотрю, это очень хорошо получается. И что ж, у нас сегодня, на самом деле, в нашей программе еще одни очень интересные гости. Встречайте. Лауреат всероссийских и международных конкурсов «Танцевальный дуэт» Иван Долинов и Александра Кувалдина. Ваши аплодисменты. Ах, девчонки! Ах, девчонки, 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 вы так неустанны. Раз, два, раз, два, раз, а мальчишек уж нет. Посмотреть на без устали пляшущих вас очень странно. Но невольно захочешь за вами отправиться вслед. В танцах растворяя душу, вы без них как кит-кит-кит на суше. А нас мальчишек манит газета на диване. В танцах растворяя душу, вы без них как кит-кит-кит на суше. А нас мальчишек манит газета на диване. О-о-о!
девчонки, 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 вы так неустанны. Академия и семья и салон, и чертежные доски, станки, вузы, клипы с экрана. А мальчишки, они только вашей энергии фон. В танцах растворяя душу, вы без них как кит-кит на суше. А нас мальчишек манит газета на диване. В танцах растворяя душу, вы без них как кит-кит на суше. А нас мальчишек манит газета на диване. Кит-кит-кит на суше. А нас мальчишек манит газета на диване. В танцах растворяя душу, и без них кит-кит-кит на суше. А нас мальчишек манит газета на диване. Что поделать. Иван Долинов и Александра Кувалдина. Вы знаете, Валентина Георгиевна, вот после такого зажигательного танца мне все-таки захотелось снова вернуться к Евгению Доге, потому что его музыка, наверное, такая вот особенная, какая-то чуткая, душевная, и мне хочется исполнить песню, которую, вы знаете, мне кажется, что вы написали ее в каком-то особенном своем вдохновении, потому что она как-то вот проникнута какой-то такой трепетностью. Расскажите историю написания этих стихов. Вообще мечты должны сбываться. Поэтому, раз хочется, пойте. А песня на музыку Евгении Доги называется «Я твоя».
Актриса театра и кино Алена Бекулова. Спасибо, спасибо. Аплодисменты. Спасибо Евгению Доге и поэту Валентине Сергеевой. Однажды я была на концерте великолепного певца в большом-большом зале Дома отдыха. Я попала туда случайно. Была одна из зрителей. Певец полностью выложился нам, зрителям, показывал все, что он может. Но после этого концерта я написала, посвятила ему такие строки. В огромном зале пел артист самозабвенно. Вплетаясь, звуки к нам неслись, текли со сцены. Сидящим в зале повезло артиста слушать. Он воспевал добро и зло, и боль, и душу. Он нам до дна своей души раскрылся щедро. Дарил нам силы снова жить борцом, не жертвой. Пускай нелегок жизни бег, нельзя сдаваться. А в зале было человек примерно 20. К счастью, в этом добром, очень теплом, неожиданно при таком сердечном зале далеко не 20 человек. Мы принесли вам свое творчество. А что же такое творчество? Что из хрусталя сосуд? В нем вместе от боли корчатся мучения, дар и труд. Конечно, талант от Бога. Но для того, чтобы талант донести до зрителей, нужен очень-очень большой труд. Мне в жизни повезло, мои жизненные пути пересекались с очень многими талантливыми, даже гениальными людьми, одним из которых был великий труженик, которого не стало вот буквально недавно, 4 июня, застыло сердце Эдуарда Хиля, народного артиста не только по званию, но и по любви народа к нему. Очень жаль, конечно, что его не стало. Он пел много моих песен, очень разных. Был первым исполнителем многих моих песен, а это очень важно, ведь как сделает младенец первый шаг, так и пойдет по свету. Но сколько бы ни было наших концертов, когда выступал он пел разные мои песни, но обязательно пел песню «Зовут нас звезды». Мне так кажется, что эта песня, она стала несколько шире и глубже, чем просто песня о космонавтах. Как часто во сне не достичь то, что хочется, но, впрочем, не только во сне,
Но, впрочем, не только во сне. Так хочется мне в дерзновении творчества достигнуть звезды в вышине. Зовут нас звезды в бездонности неба, зовут нас звезды туда, где не был. Сияют звезды и ждут нас где-то, но исчезают в лучах рассвета. Сияют звезды и ждут нас где-то, но исчезают рассвета. Мы все в этот мир для чего-то да призваны. У каждого свой Эверест, у каждого свой Эверест. Жизнь — это не пир, постижение истины. Тяжелый и радостный крест. Зовут нас звезды в бездонность неба, зовут нас звезды туда, где не был. Сияют звезды и ждут нас где-то, но исчезают в лучах рассвета. Сияют звезды и ждут нас где-то, но исчезают в лучах рассвета. Сияют звезды и ждут нас где-то, но исчезают в лучах рассвета. Сияют звезды и ждут нас где-то, но исчезают в лучах рассвета. Вообще, это был очень светлый человек, и простились с ним очень светло. Отпевали его в Смоленском соборе, который расположен рядом с часовней Ксении Блаженной, нашей петербургской заступницы. А похоронили совершенно рядом с часовней Ксении Блаженной. И вот когда гроб уже отпустили, и последние камешки земли посыпались на его гроб, и когда батюшки последний раз сказали «Царствие Небесное», вдруг на совершенно синем небе появился белый крест. Два облака, так и так. Это, конечно, чудо, но не чудо, потому что ушел действительно светлый человек. И звезды его приняли. Что-то разговорилось. Но все-таки расскажу. Почти месяц он лежал в коме, потом был уже обездвижен, так рассказывали мне Зоя Александровна, его супруга, и Дима, его сын. Несколько дней он не открывал глаз. Они принесли ему плеер и диск с нашими кассетами. И вот включили «Зовут нас звезды». И вдруг Эдуард Анатольевич резко открыл глаза, приморгнул, и всем показалось, что вот он встанет. Вот он сейчас все пойдет на поправку, но, к сожалению, так не произошло. Он ушел, но ушел светлый-светлый человек. Для темноты при свете места нет. Но доброта, ведь это тоже свет. Я прошу у судьбы
немного, чтоб по жизни моя дорога не завязла в трясине зла, чтоб я доброй всегда была, чтоб я доброй всегда была, не завязла в пучине зла моей жизни моя дорога, я прошу у судьбы. Так много. Жизнь в единый узел сплетена, стянуты разрозненные звенья. Чтоб от жизни получить сполна, надо все раздать, без сожаления. Все относительно. Эйнштейн, наверное, прав. И ночь черна, конечно, лишь отчасти. Прохлада снега лишь ковер для трав, а наши беды лишь ступени к счастью. Пройти сквозь снега белизну и кровь заката, услышать иволги струну и шаг солдата, росой умыться, как водой, и падать в слякоть, смеяться горько над судьбой, от счастья плакать, понять равновеликость слов «Россия, мама», достичь обман прекрасных снов, но жить упрямо, рукою солнце обхватить на дне колодца. Вся эта радужная нить судьбой зовется. Беда ли, вина, жизнь почти пролетела. Вот только весна согревала и пела, вот только цвела, приводя в восхищение, но осень прошла. И ее потепление, дыхание зимы ощущается кожей. Смесь света и тьмы за спиною, но все же раздумья легки. Их не гложет сомненье, и нет ни тоски, ни минут сожаления. В остатке лишь малость всего, что копила. Зато все осталось, что роздано было. Последняя любовь, нет, это ерунда. Любовь не может быть, поверьте мне, последняя любовь, любовь, она ведь первая всегда. Нежданная любовь мою смутила осень. Робею и дрожу при мысли о тебе. Душа моя поет и встреч с тобою просит. Любовь, все в судьбе. Любовь, любовь пришла меняя.
усну, весенний соловей мне счастье напророчит. Любовь, любовь пришла меня, и все в судьбе. Бредни, последняя любовь. Нет, это ерунда. Любовь не может быть, поверьте мне, последняя. Спасибо большое. Вы знаете, для меня сегодня это была премьера. Я первый раз исполняю эту песню, замечательную, действительно очень проникновенную песню на стихи Валентины Сергеевой и на музыку Марины Михальской. А сейчас мне хочется подарить еще уже в контрасте с такой лирикой, подарить вам одну задорную песню на музыку Исаака Шварца. Называется она «Исповедь лисицы». Мягко лапками ступаю по зеленому ковру, восхищаю попугая, зайца, тигра, кенгуру. Восхищаю попугая, зайца, тигра, кенгуру, зайца, тигра, кенгуру, зайца, тигра, кенгуру. Прохожу по коридору между двух поджарых львов, восхищенный слышу говор. Хороша, да нету слов. Восхищенный слышу говор. Хороша, да нету слов. Хороша, да нету слов. Хороша, да нету слов. Что там львы, ведь даже львицы тихо шепчутся о том, что нельзя не восхититься рыжей шубой и хвостом. Что нельзя не восхититься рыжей шубой и хвостом. Рыжей шубой и хвостом. Рыжей шубой и хвостом. Мне не скрою, очень лестно, что зовут мой ум мужским. Занимаю прочно место, недоступное другим. Занимаю прочно место, недоступное другим. Недоступное другим, недоступное другим. Чего-то не усну в одиночестве побучи глуховою на луну. В одиночестве побучи глуховою, глуховою. Oh,
актриса театра и кино Алена Бекулова. Спасибо. Исаак Шварц и поэт Валентина Сергеева. Алена Бекулова. Вы знаете, на самом деле, для меня сегодня действительно огромное удовольствие представлять тех композиторов, которые звучат в сегодняшнем концерте, конечно, Валентину Георгиевну и, конечно же, наших артистов, потому что каждый из них по-своему уникален, удивителен, и это действительно настоящие, очень талантливые люди, одаренные от Бога талантом. И, вы знаете, следующую исполнительницу мне особенно приятно представить, потому что, ну, во-первых, она женщина, и не просто женщина, она сногсшибательная, очаровательная, обворожительная. Я не знаю, какие еще эпитеты можно сказать о ней. Женщина, мама. И особенно, я думаю, что сегодняшний день для нее тоже особенный, потому что, как я уже говорила, что сегодня праздник, сегодня явление Казанской иконы Божией Матери, сегодня на этой святой земле, где было явление Тихвинской иконы Божией Матери, нам особенно-особенно приятно выступать. И особенно этот день именно для этой исполнительницы, потому что в этом городе она провела свое детство и школьные годы. Можно сказать, что сегодняшний день – это такое своего рода возвращение на родину. Ох. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, актриса кино, обворожительная, очаровательная, красавица Лариса Луста. Ну, давайте начнем сразу с песни. Нам больше с тобою. Я любила тебя, я любила тебя. Но ушло, что казалось судьбою. Я любила тебя, я любила тебя. Но ушло, что казалось судьбою. Ты не жди, ты не жди, ты не жди. Уходи, уходи, уходи. Уходи, уходи, уходи. Уходи, я тебя ненавижу. Не узнаю тебя, не замечу тебя. Даже если случайно увижу, не узнаю. Даже если случайно увижу. Почему, почему, почему? Не пойму, не пойму, не пойму. Почему, почему, почему я в тебе так жестоко ошиблась? Шла я, видя тебя, зная только тебя, но споткнулась и больно ушиблась. Шла я, видя тебя, зная только тебя, но споткнулась. Когда не встречаться нам больше с тобою,
Я любила тебя, я простила тебя, но ушло, что казалось судьбою. Я любила тебя, я простила тебя, но ушло, что казалось судьбою. Спасибо, ты моя красота. Как тебя зовут? Тома. Вы не представляете, как мне необыкновенно радостно и волнительно стоять на этой сцене в своем родном городе. Это правда, что меня привезли сюда, мне было несколько дней от роду, мои родители. И прожила я здесь до 16 лет, училась в 8-й школе, здесь закончила музыкальную школу. И, вы знаете, у меня было необыкновенно счастливое детство в этом городе. У меня были хорошие, потрясающие учителя, у меня были замечательные друзья, у меня были великолепные соседи. Все было великолепно, все было... Вот я не могу вспомнить ни одного, вот искренне вам говорю, ни одного какого-то темного пятнышка или какого-то вот неприятного, ни одно неприятное воспоминание не приходит в мою голову. И поэтому каждый раз, когда я приезжаю в Тихвин, я вот какое-то необыкновенное чувство счастья наполняет меня, и волнение, конечно, тоже. Я давненько не выходила на сцену в этом городе. Последний раз я была здесь на концерте, выступала вот на площади, когда было возвращение иконы чудотворной иконы Тихвинской Божьей Матери. И я неизмеримо благодарна вам, Валентина Георгиевна, что сегодня именно благодаря вам, благодаря вашему горению, вашему творчеству, вашему неуемному вообще вот, характеру, я сегодня стою на этой сцене, и сегодня вы мне подарили встречу с детством, встречу с моим любимым городом. И сегодня я хочу в своем городе признаться вам в любви, потому что, поверьте мне, это удивительная женщина, которая, она не только поэт, она не только бизнесмен. И, кстати, коллега моя по первому образованию, мы обе экономисты, потому что до консерватории я успела закончить финансово-экономический институт. Но она и меценат, она человек необыкновенно духовный. И вот песни ее, слова, они проникнуты необыкновенной искренностью, простотой. И все, что она пишет, она искренне так думает. Там нет ни одного фальшивого слова. Поверьте мне, я ее очень хорошо знаю. Спасибо вам, моя родная. Можно я к вашим цветам? Спасибо. Положу эти. А следующая песня мне просто очень-очень нравится. У нас еще лето, но за летом грядет осень. Романтичная пора, и песенка будет осенняя. Для меня это будет... Да, для меня это будет премьера песни, а называется она «Рябина». Так сумрачных душ птицы родину бросили, улетают на юг. В украшении осени много бусин вокруг. Туч промозглая просень, ожидание зимы. И за что тебя, осень, чуть не все любим мы?
птицы родину бросили, улетают на юг. В украшении осени много бусин вокруг. Я застыла на миг, вспоминаю былины про рябиновый мир. Снова с неба прощание улетающих птиц. Жизнь опять обещает мне много новых страниц. Снова с неба прощание улетающих птиц. Жизнь опять обещает мне много новых страниц, много новых страниц. Браво! Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Спасибо. Когда я училась здесь, в Тихвине, нас воспитывали замечательное чувство, чувство патриотизма, чувство любви к родине, уважения к старшим, любви к родителям. И мне кажется, это все то, чего немножечко, я так скромно скажу, не хватает в наши дни. Так вот, Валентина Георгиевна — тот человек, которому эти чувства знакомы в полной мере. И я за кулисами слушала внимательно своих коллег, следила за тем, что происходило на сцене. Вы слушали песни в исполнении Эдуарда Анатольевича Хиля, который всегда был с нами на всех концертах, которого, к сожалению, не стало. И вы, песня была о звездах. Вот у Валентины Георгиевны есть целый цикл песен, посвященных космонавтам. И следующая песня как раз из этого цикла. И называется она «Высота» и посвящается женщинам-космонавтам. Вспоминаем мы редко, вас так мало, бесстрашно, так короток счет. Вас назвали героями верно и метко. Было все в вашей жизни не только почет. Вас мечта наполняла жизнь, мало земли во вселенной свет. Вы смогли свой оставить след. Горевшие космос, земные девчата, вы такие родные, простые, как мы. Ваши ночи без сна, за открытие плата. Отобрали у космоса капельку тьмы. У вас мечта поднимала ввысь, высота заполняла. Землян заставляете рваться вперед. Ваша жизнь на бегу, вам нельзя по-иному. На земле продолжаете звездный полет.
Какая красота! Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Я знаю, что нашему городу присвоено название города воинской славы. И это здорово, потому что город действительно славный. Это святая земля. Я счастлива, что вернулась сюда икона. Я счастлива, что живет город, что рождаются дети, что продолжается жизнь. Но все это продолжается, потому что кто-то когда-то отдал свои жизни за то, чтобы мы сегодня жили. Я хочу спеть для вас песню на стихи Валентины Георгиевны. Называется она «Помнить». И это очень важное слово, потому что память – это то, что нам необходимо, чтобы не совершать старых ошибок, чтобы делать выводы из прошлого, чтобы жизнь становилась правильнее, чтобы правильные слова говорить своим детям. Последок я оставила свой самый-самый любимый романс из написанных на стихи
Валентиной Сергеевой. Музыку к этому романсу написал Исаак Шварц, совершенно удивительный композитор. Вот вы знаете, вообще наша жизнь, она зависит от того, какие люди встречаются нам на жизненном пути. Вот когда встречается такой человек, как Валентина Георгиевна, все будет точно совершенно замечательно. И открою тайну, что, значит, расскажу маленькую предысторию. Идея клипа принадлежит Валентине Георгиевне. Это была ее идея снять клип на этот романс. На романс обычно клипы не снимают. Да? Это какой-то такой, ну, дань современным традициям. Вот. Но мы решили. Мы придумали, задумали. Естественно, мы поделились этой мыслью с композитором. На что Шварц отреагировал категорически отрицательно, потому что он очень не любил все вот эти новомодные веяния, как бы, ну, как сказать, вот эти все клипы, да, он считал, что песню нужно петь, никакие картинки не нужны, никакие там, как он говорил, пляшущие человечки не нужны, это все нужно, когда человек петь не умеет, чтобы внимание отвлекать. Вот, поэтому он говорит, что мои песни надо петь, никакие клипы снимать не надо. Но мы уперты, нам хотелось, да, и мы все-таки сделали это. Смонтировали, посмотрели, нам понравилось, но мы же должны показать автору, потому что он же все равно увидит. Потом он автор, это его, он соавтор, да, то есть автор музыки, и поэтому, конечно, нужно знать его мнение. И вот ему повезли показывать. И вечером мне раздается звонок. Меня он называл всегда по фамилии, потому что у меня такая фамилия Луста, да, иногда путает, то ли это имя, то ли фамилия, то ли псевдоним. Вот тихвинцы знают, что это моя родная фамилия, никогда ее не меняла, поэтому это фамилия. Но Шварц меня всегда называл по фамилии Луста. И вот он звонит и говорит: «Луста, браво, браво, браво». Там за окном затухает пожар, рябин в сумраке дом. Листья падают в лужи, скрип фонарей. Из разорванных туч луна, мне бы скорей отойти от окна. Там за окном для кого-то весны рассвет, радостный гром, беззаботный и шумный в доме моем. Уж давно не живет весна, мне бы скорее отойти от окна. Помню уж сколько лет в хлопьях белого снега огненных роз букет ты мне принес, чтоб подарить и говорить, говорить до рассвета. Дрожь крепких рук, поцелуи и встреч, дурман все зачеркнул, зачеркнул твой обман. Кого-то весны рассвет, радостный гром, беззаботный и шумный в доме моем. Уж давно не живет весна, мне бы скорей отойти
лауреат всероссийских и международных конкурсов Лариса Луста. Спасибо. Поэт Валентина Сергеева. Спасибо большое. Валентина Сергеева. Ну что же, мне хочется сейчас пригласить на эту сцену всех участников сегодняшнего концерта. Народный артист России Геннадий Бойко. Танцевальный дуэт Иван Долинов и Александра Кувалдина. Лауреат всероссийских и международных конкурсов Лариса Луста. И, конечно, наша драгоценная Валентина Сергеева. Ваши аплодисменты. Уверена, Россия возродится. Ей было, есть и будет чем гордиться. Веками наступали супостаты. Была порою, как пружина сжата. Врагам казалось все, осталась малость. И все-таки пружина разжималась. Нам говорили с запада соседи, что все мы неуклюжие медведи. Но в космос проложили мы дорогу, хоть это забывают понемногу. Европе поклоняемся не кстати, и глупо ископаемые тратим. Присуща бесшабашность нам и робость. Но главное, что в нас жива духовность. И все равно Россия возродится. Ей было, есть и будет чем гордиться. Спешат поезда, их дробный мотив наводит тоску, как вьюга. Боюсь опоздать, боюсь, что в пути забуду проведать друга. Под стук колес мелькают города. То степь, то лес, а то откос зеленая вода. Под стук колес встает передо мной сияние ярких южных звезд Нева седой волной. Прожилками медь сквозь зелень и синь, и песня все глуше, глуше. Боюсь не успеть, боюсь погасить в ненужных заботах душу. Под стук колес, под стук колес мелькают города. То степь, то лес, а то откос зеленая вода. Под стук колес встает передо мной сияние ярких южных звезд Нева седой волной. Нелепый чудак, спешу в никуда, забыв про конечность жизни. Спешат поезда, стучат поезда часов взрывным механизмом. Под стук колес, под стук колес мелькают города. То степь, то лес, а то откос зеленая вода. Под стук колес, под стук колес встает передо мной сияние ярких южных звезд Нева седой волной. На сцене депутат Законодательного собрания Ленинградской области Галина Васильевна Куликова и руководитель грант-выставки «Лучшие проекты России» Роман Васильевич Зайцев.
Жизнь нас сводит действительно с замечательными, умнейшими, талантливыми людьми. Это бывает все чаще и чаще. Это благодаря вам, Тихвинцам, благодаря той работе, которую мы сейчас делаем. И вот так сложилось, что мы встретились с Валентиной Георгиевной Сергеевой. Поэтому она, конечно, согласилась приехать в нас, Тихвин, а мы были очень рады. Вы сказали в своих стихах, что чем больше ты отдаешь людям, тем больше жизнь, судьба дает тебе. Это мы заметили. Поэтому спасибо вам большое за все, что вы делаете. За то, что вы везете к нам таких талантливых людей. И тот проект, который вы сейчас хотите осуществить, мы уверены, он обязательно сложится. Надеемся, что все лучшие стихи, они еще все впереди. Все то, что вам дает Бог, все то, что вам дает судьба, оно будет еще больше, еще шире, еще многограннее. И Россия это ощутит. Поэтому спасибо от всех тихвинцев, сидящих в зале, от всех тех, кто увидит по телевизору, прочитает ваши строки. Спасибо вам большое за то, что вы есть, за все, что вы делаете для России. Спасибо. Наша любимая Валентина Георгиевна Сергеева. Прошу подойти поближе. Значит, удостоена диплома. Проект «Лучшая песня Ленинградской области». На Петербургском форуме в Константиновском дворце это прозвучало. Значит, есть 11 песен, да, Галина Васильевна, известных о Ленинградской области. Но мы теперь решили выдвинуть песню на гимн официальной Ленинградской области. Я думаю, все поддержат, члены фан-клуба, да? И Тосна, парки, шпили и клёны, корабельные сосны, золотистые кроны. Это всё Ленинградская область родная. Это всё Ленинградская область родная. Волховы луга, рубежи обороны, локоть старого друга и парнишка влюбленный. Это все Ленинградская область родная. Это все Ленинградская область родная. Гатчина, Выборг, часть великой отчизны. Нами сделанный выбор, созидание жизни. Это все Ленинградская область родная. Это все Ленинградская область родная. Возродившие веру и мечту в человеке. Это все Ленинградская область родная. Это все Ленинградская область родная. Это все Ленинградская область родная. Это все Ленинградская область родная.
пришли сегодня к нам в гости люди города Тихвина. Это удивительно добрые, хорошие люди. Вот они несли положительную энергию на сцену. Ну и со сцены, надеюсь, тоже получили то счастье, которое мы хотели им подарить. Мне хочется пожелать всем счастья. Всем, кто был в зале, всем, кто в зале не был, всем, кто смотрит сейчас на экран. Счастья вам, люди!